Добрый день, друзья. Сегодня у нас 18 сентября 2024 года. Город Воронеж. Мы в северо-восточном жилом микрорайоне. В данном случае на Ленинском проспекте в районе остановки Минская. Прогуляемся немножко по кварталу, расположенному между улицами Минская и Остужева. И потом зайдем в парк «Дельфин», посмотрим на изменения, которые за лето произошли. Район старый, ну, сравнительно старый, где-то 60-х годов прошлого века начал застраиваться. Раньше дом пионеров был, ну и сейчас видно какое-то детское учреждение. Это малосемейное общежитие, несколько зданий. Асфальт еще тех времен на тротуарах и дорогах. Все разбито. Ну, а так сравнительно зелено. Деревьев много. Здесь раньше было кафе, насколько помню, «Весна». Это сейчас медицинский центр. А частенько мы сюда забегали на обед. Школа. Это новостройка. Сравнительно молодой дом. Впихнули между старичками. Ни двора, ничего. Все рядышком. Вот выходим мы на улицу Минская. В советские времена в этом месте находился автомагазин. Наверное, единственный в Воронеже. И автомобили продавали, и запчасти. А сейчас и «Пятерочка», и «Магнит», и аптека. Всего по чуть-чуть. Тоже свеженький дом. Направо уходит улица Серафимовича. Раньше впереди был железнодорожный переезд.
Остужевской развязки не было. Ну, там вот гаражи. Да, мы свернем вглубь квартала. Дворик вполне прилично выглядит. И детские площадки, и спортплощадка. И довольно чисто. Ну, листва не в счет. Она сейчас сыпется постоянно. Вот такие тут дворы. Детский садик. Там теплотрассу ремонтируют. Да, тихие-тихие дворики. Деревья вымахали до огромных размеров. Помню еще, они сравнительно небольшие были. Вот еще один детский сад. Сравнительно небольшой микрорайон, а школа есть. Два садика вот мы уже встретили. Все-таки раньше к планировке лучше относились. Но сейчас микрорайон строится, жилье строится, а ни школы, ни садика нет. Потом люди мучаются. Вроде и хорошие квартиры, а что-нибудь да не так. Вообще для проживания район очень даже приличный. Может быть, за исключением, что сейчас квартиры здесь несовременные. Все-таки 60-х годов застройка прошлого века. Ну вот вышли мы на улицу Остужева. Ну и машины кругом. Вот вышли мы на улицу Остужева. Остужевская развязка строится. Деревья окрашиваются в желтый цвет. Так, мы свернем во дворы и пройдем немножко еще по дворам. По ту сторону дома оживленная магистраль, а здесь тишина.
здесь более благоустроено, чем вот мы были в юго-западном, когда Пешестрелецкую прогуливали. Заходили в разбитые дворы. Здесь и свеженький асфальт, и чистенько. Вот еще, это уже третий по счету детский садик, который у нас на пути попался. Вот это еще одна новостройка. Вот и мусорки огорожены. Ветер не разносит бумагу по всем окружающим местам. И вот дворами мы выходим к Ленинскому проспекту. В районе остановки Остужева. Не-не-не. Уже у нее, да. Мать сразу сказала, что маленькая тёшка. Вот мы на Ленинский проспект вышли. В советские времена здесь довольно неплохой сквер был разбит, а сейчас одни фундаменты остались. Здесь киоски. Одни сносят, другие строятся. И так замкнутый круг. Вот, а благоустроить территорию руки не доходят. Развалить гораздо легче. Ну, а мы дворами по улице Остужева движемся в сторону парка «Дельфин». Вот очередной детский садик. А там чуть дальше за садиком школа. Здесь двор тоже в неплохом состоянии. Единственное, вот на газонах машины стоят. Вообще-то, по-хорошему, заасфальтировать
эту площадку. И пусть они стоят на асфальте, все равно они стоят. Уборкой занимаются, листья гребут. Подходим мы к улице Перевёрткина. Перед нами линия, гипермаркет. Улица Перевёрткина тоже превратилась в торговую. Раньше на ней очень мало магазинов было. А сейчас на любой вкус и цвет. Так, пересекаем Перевёрткина. И идем к парку «Дельфин». Вот жилой комплекс «Дельфин». Комплекс неплохой, но дома натыканы вплотную друг к другу. Ни двора, ни кола. Вплотную, окна в окна стоят. Спортивный комплекс. И футбол, и волейбол. И все виды спорта. Волейбольная площадка. Пляжный волейбол. Песка насыпали. Так, ну подходим мы к парку «Дельфин». Посмотрим, что изменилось здесь за лето. Или не очень. Сейчас рабочий день. Посетителей должно быть немного. Вот какая зона отдыха. Это, скорее всего, ясельная группа на прогулку вывели.
Вот не так далеко дорога шумит, а здесь довольно тихо. Вот такие вот беседки появились. Их не было раньше. Настилы были, а беседок не было. Что-то тут ни скамеечек, ничего нету. Вот старый фонтанчик до сих пор не реанимировали. Он бы вписался здесь. Неплохо бы выглядел. Здесь что-то непонятно, или уже поломали об решетку. Скорее всего. Потому что она здесь вот повыше на всех остальных. Ты делай добро людям. Но этот еще сооружается только. А здесь вообще металлический каркас. Детвора резвится. Тоже, скорее всего, садик какой-то вывели на прогулку. Детвора пыль подняла. Это много аттракционов. Электромобили появились, его не было. Уголок интеллектуальных игр. Задумка неплохая. В тенечке сел, поиграл в шашки-шахматы. Вот большой спортивный городок. И футбол, и волейбол, и баскетбол. Цветочки уже отцвели. Отдельные экземпляры еще пытаются выстоять.
чебуреками. Ивы посадили, скамеечки поставили. Очень даже неплохая зона отдыха выросла. Здесь очередной детский садик. И вот такая красота с пирса открывается. Катер в аренду предлагают, но цена 5000 рублей в будни и 6000 в выходные. Уткам раздолье. Летняя эстрада. Частенько здесь мероприятия проводятся. Самые разнообразные. Thank you.
число катамаранов увеличилось в большую сторону, стало гораздо больше. Такая тут красота. Кормление уток. Морошка открылась, новый павильончик. Заварушка. Thank you.
Вот и эту зону стали благоустраивать. Камешками выкладывают. И беседку реставрируют, леса стоят. Это маленький водопадик. Павильончики, как грибы растут. А этот бассейн еще не заполнили. Выходит, из трубы течет.
Вот такой вот парк «Дельфин». Потихоньку благоустраивается, появляются новые павильончики, новые объекты. Ну вот побывали мы в парке «Дельфин», посмотрели на природу, на погоду, на изменения в парке. В целом парк понравился. Тихий, спокойный, особенно в будний день. Не особо многолюдно, ну и не пустынно. Люди есть, неприличное количество, много детворы, на детские садики, ясли гуляют, выходят ближайшие. На этом прогулка завершается. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, отзывы. До скорых встреч!